Садимся в бабочку. Сидим, растягиваем ноги. Колени тянем к полу. Из бабочки начинаем выпрямлять одну ногу и возвращаем обратно в бабочку. Все это делаем силой мышц. Выпрямили, вернули. Выпрямили, вернули. Выпрямили вперед, вернули в бабочку. То же самое повторяем другой. Делаем все медленно. Чувствуем, как включаются мышцы. Как стопа возвращается к стопе. Чтобы это получилось, нужно включить мышцы. То же самое выполняем. Вытягиваем ногу в сторону и возвращаем обратно. Смотрите, первые два раза сделала с ошибкой. Мы должны косточку седалищную положить на пол. Вот сейчас я сделала правильно. Обе косточки должны чувствовать на полу. Повторяем тоже с другой. Две косточки лежат на полу. Возвращаем стопа к стопе. Снова вытянули, косточку положили. Стопа к стопе. Вытягиваем ногу вперед и поднимаем прямую вверх. Возвращаем снова стопа к стопе. То же самое другой. Меняйте ноги каждый раз. Старайтесь, чтобы спина ваша не висела. Подтягивайте поясницу вверх. То же самое делаем в сторону. Поднимаем ногу и возвращаем. И другая. Вытянули, подняли. Вернули. У нас получается внутренней стороной вы будете поднимать ногу в сторону.